лавочки. Здравствуй, деда. А, внучок, здравствуй, родненький. Что за кручина тебя одолела? Скажи, деда, а мы точно от обезьяны все произошли? С чего это ты взял? Сегодня в школе слышал, старшеклассники об этом говорили, на перемене. Предмет у них там такой, для взрослых. Биоматика называется. Может быть, биология? Точно, деда! Так что насчет обезьяны скажешь? А что тут скажешь? Могу тебе поведать, что в нашем роду обезьян не было. Мы славяне. Наш род человеческий. И идет он вглубь веков. Далеко, далеко. А почему же в школе учат тому, что неправда? Да тут все просто. Когда ты свои корни помнишь, старших уважаешь, традицию стремишься соблюдать, то растешь крепким под защитой своих родичей. Ведь батя твоему нравится, когда ты послушный, когда уважительно к нему относишься. Еще какой послушный? Вот. Так он тебя с большой радостью поэтому своей опекой и заботой окружает. Так и в роду происходит. Если потомки уважают старших, а старшие заботятся о младших, в роду царят лад да согласие, тогда силой такой род полнится. Это понятно, деда. Но при чем тут обезьяна-то? А при том, внучок, что не нравится кое-кому на земле сильные вольные люди. Вот они и подменяют правду на кривду. Ведь если считать, что предок наш обезьяна, то тут уж какое уважение к старшим может быть? Они ж ближе к глупому животному, чем дети. Верно? Верно. Так получается, что кто-то нарочно правду от людей прячет. А кто они? Во все времена жили с нами бок о бок Горыныч и змей. И сейчас живут. Иногда людьми прикидываются. Хотят лучше других жить-поживать. Возвыситься за счет унижения другого. А ты их видел, деда? Видел. И не раз. Они часто внутри людей прячутся. Свою волю нашептывают. Если слушается их человек, то сам не заметит, как становится Горынычем. Ого! Так значит, и во мне может завестись такой гад? Конечно, может. А ты следи за своими мыслями, словами да делами, чтобы они были добрыми, светлыми и справедливыми. А как заметишь темноту да серость, знай, Горыныч в тебе притаился. Вот и гони его в шею. Вот это да. Значит, я сам, как богатырь, смогу своего личного змея победить. Вот то-то и оно, внучок. То-то и оно. Печки-лавочки. Слушайте на радио Гамаюн. Печки-лавочки.